Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами Валентина, канал Алтайский край, глазами подмосквички. Сегодня у нас видео будет про то, как сдавали быка на мясо и корову на мясо. Быков-то мы растим для того, чтобы на мясо сдать. А корову, конечно же, очень жалко было. Но она не покрылась, она разожралась и пришлось ее сдать. К сожалению, приходят такие вот моменты нехорошие при сдаче коров. Это вторая наша корова, которую мы сдаем на мясо. Первую было вообще очень сложно. Мы в очередь стали в октябре или даже в сентябре. И до января мы стояли в очереди, когда нам скажут забивать и везти в пельменный цех. И вот столько времени я переживала, прям плакала. Вообще мне казалось, что она все чувствует. Вот она смотрит на меня, и она уже знает, что ей скоро предстоит уйти за радугу. Получилось попроще. Мы до последнего дня не знали, что будем ее сдавать. Мы хотели чуть позже. Но вот так вот получилось, что пораньше. Ну, когда увозили, тоже, конечно, всплакнула. Потому что... Ну, и говорят, что быков растим, что именно для этого. К ним не привязываешься. Ну, бык и корова – это совершенно разные вещи. Ой. Главное, не выломал бы дверь. Выломай. Насыпь ему кастрюлю. О, блядь. Что такое? Ну, не закрыл. Засов. А там выскочит, нет? Там дверь заперта снаружи. Сейчас дадут тебе. Пожрать. Пожрать дадут. Да, барин. Барин красивый. Барин умный. Да, барин дробленку любит. Давай, разворачивайся туда. Вот, давай, разворачивайся. Молодец, разворачивайся. Давай, ну, вставай. Вот так. Все, кушай дробленку. Меня не задавил бы. А что, на рога надо, да? Стой, красавец, да стой, да не бойся, стой. Ну, что ты боишься? Стой, жри. Надо веревку. Все. Стой, ну стой. Да нет, подожди, Саш. Нет. Сейчас он прижжется, сейчас. Не открывай, сейчас выскочит. Он все маленький-маленький был. А тут что-то раз и вырос. На мясо пора, да? Ну. Ну, входил-то все шпиндик. Все растут. Ну, не все они. Такой-то первый. В прошлом году, ты, я не знаю, ты помогал вытаскивать. Там гораздо меньше был. Да вот не успеешь. Ну все, давайте. Все. Да я сама закрою, Саша, идите, занимайтесь.
Чего? Чего надо? Идите отсюда. Вам здесь нечего делать. Вон, идите туда, к сену. К сену. Идите. Идите, Лада. Идите. Вам делать здесь нечего. Малыша, какая красавица стала. Ну, в прошлом году-то была такая-то первотелочка, а сейчас-то прям коровочка. Прям коровочка. Ну ладно, не надо туда ходить, не надо, ладно. Не надо. Не надо туда ходить. Не надо. Лада. Не надо. Не надо. Ой, не надо. Что? Что, му? Что, му? Ну что, Лада? Ну что? Ладушка моя. Рок, ты все равно вот как-то вот он... Кровеносные сосуды здесь какие-то все торчат непонятные. Идите отсюда. Идите. Идите. Не надо так смотреть. Идите, все. Да, да. Без мужа вы теперь, да. Но там вам новый подрастает, ничего страшного. Идите. Идите отсюда, все. Идите. Ну вот и все. Был бык и нет быка. Все. Февраля. Больше никуда не проехать, поэтому здесь бьют. Потом сейчас это все, вот здесь вот быка били. Оно даже и не видно. Оно уже все ушло. И это тоже так же. Когда сделать? Ну все, все, не бухти, все. Так это я не поняла, желтый жир или нет? Нет, Сереж, не желтый? Желтоватый был. Ну ладно. Вот и февралю повезли. Коров очень сложно сдавать. Что-то забыли, нет? Что у них там случилось? А, не прицепили. Не прицепили. Вот, все сдали. Все хорошо. И навешали практически столько, сколько на наших весах. Ну, а про выгоду, там, выгодно это или невыгодно, я расскажу в одном из следующих видео. Все, всем пока. Пишите комментарии.